Всем привет! Начинаем новую распаковку. Видите, есть большие. Вот такая огромная коробка. Маленькие посылки, разные, интересные. Так что поехали. Начнем вот с этой большой. Так, это у нас люстра. Знаете, я даже, наверное, не буду ее распечатывать. Тут вот висят провода, что-то где-то подключается. Заказывал не себе. Видите, это вроде как орбита планеты, вот звездное небо. Вот такой формы, я думаю, лучше вам показать на фотографиях, и потом, когда люди подключат, я попрошу их это снять. Вот тут плафон один, и все. Только мусор от нее, этот пенопласт летит. Ничего такого, как видите, с коробки сразу рассмотреть нельзя. Уже посмотрим лучше на готовые изделия. Поехали дальше. Продолжаем. Следующая должна быть очень интересная посылка. Тут сразу две. Так аккуратно, красиво запаковано. Это коллаборация Омеги и Swatch. Самые-самые новые, последние. Синий цвет. Класс. В общем, так просто. Я заказывал несколько видео перед этим. Черные. Вот. Это белые и синие. Специально заказываю без коробок, чтобы было дешевле. Все равно это копии, да. И не вижу смысла в коробках их заказывать. Главное, сами часы. Так, это версия фазы Луны. Тут Снупи этот спит. Спидмастер, вот, как видите, очень хорошее качество этих, так сказать. Тут достается батарейка. Посмотрим, как идет хронограф. Видите, как идет стрелка, как в механических часах. Не рывками, как обычно на кварцевых, а идет плавно, как в механических. Стоп. И сброс. Все работает. И эти синие, это тоже самые новые. Синий был Нептун, его сняли. Теперь это новая синяя, тут планеты две. Тоже как фаза Луны, я так понимаю. Тут уже, видите, другая надпись. Здесь просто тахиметр, вот, как во всех. Вот. А здесь граду пур 30 пульсашин. В общем, совсем другая же идет и шкала, цифры. Тоже пошла. Стоп. Ремешок, все, надписи. Все красиво, все соответствует, как на оригинальных часах. Диаметр у них 42. Они легкие. Очень классные на лето часы. Так на липучке просто затягивается. И вот так выглядит.
прикольные часики. Синий под джинсы, белые вообще классно смотрится под белую футболку. Прикольно. Ну, в общем, белые такие, прям нарядные. Синие более сдержанные, но зато цвет вот такой синий под джинс, тоже под какие-то такие футболки. Тоже клево будет смотреться. Вот это легендарные часы, кто не знает, за которыми еще несколько лет назад люди стояли в очередях, переплачивали бешеные деньги. Все это можно найти на Али, но ссылки постоянно пропадают. Это нужно искать. Так, продолжаем. Какое-то малюсенькое. Так, это вот такой маленький механизм кварцевых часов. Можете посмотреть, кто никогда не открывал кварцевые часы китайские. Вот он такой малюсенький. Сюда батареечка. Тут стрелки. Вот так работают кварцевые часы. Возможно, вот в этих часах тоже стоит вот такой простейший какой-то механизм. Так, следующее. Это у нас очередной вентилятор. В этом году прям как никогда я заказывал очень много вентиляторов разных типов, цен и моделей. Так, что здесь у нас? Дырка. Аккумулятора нету. Это вообще какая-то лажа. Я не знаю, как так вышло. Он должен быть на аккумуляторе. С кнопкой, естественно. Они прилепили сюда провод. Это просто вообще. Как бы работает неплохо, но вот тут у него нет никакой регулировки, он болтается просто. Это, короче, ужас. И тут главное заклеили и все. Дырка просто там, где должна быть кнопка. Да. Будем открывать споры. Такая-то лажа вообще полная. Придумают они, на что они рассчитывают, я не знаю. Хотя тут у них, видите, инструкция. Это жена заказывала, может, не доглядела. Он тут и нарисован проводной, на проводочке. Перед этим я заказывал, они были на аккумуляторе. Вот, ну видите, так что смотрите внимательно. Вот они по виду полностью идентичные.
тоже вот такие складные, на выдвижной ножке. Вот, но они должны быть на аккумуляторе, а не на проводе. Видите, тут даже есть отверстие, чтобы заряжать. Ладно, едем дальше. Так, что-то случилось с картой памяти. Переснимаю второй раз. В этом пакете было 3 сборных. Вот. И тут везде были вот такие бинтики самоклеющиеся. Заказывал их в прошлый раз. Отличная штука, уже пробовал, и была рамка на ноге, завязывал, держится отлично, не трепается ничего, выглядит вот камуфляжный, например, эстетично, ничего не торчит, нитки как вот с белых бинтов, короче, классная штука, держится идеально, ничего не разматывается, рекомендую, вот реально классная штука, вот такие вот бинты. Есть разные цвета и разные размеры, разная ширина, так что можете попробовать заказать себе. Так, продолжаем. Тоже большой пакетик. Так, это у нас экран для проектора. Я заказывал тут размер, видите, пишет, можно разный размер. Здесь 100 дюймов, пропорции написаны какие-то. И он такой белый, с черной окантовочкой. Я заказывал, был такой серый. Он как-то одна сторона более отражает, другая менее. Ну, вообще экранов много разных. Разные продавцы. Этот, видите, такой беленький. Тут крючки и веревка для крепления. Ну, я не буду его разворачивать. Заказывал не себе. Не вижу смысла. Он похож просто на какую-то белую ткань. Не вижу здесь какого-то отражающего эффекта. Мне кажется, тот был поинтереснее, хотя это, конечно, я могу ошибаться. Только проверив, можно узнать о его качестве. А проектора у меня нет. Вот тоже есть видео снимал с проектором, еще не выложил. Одно выложил, а другого вида проектора еще не выложил. Ну вот, в общем, если вы надумаете покупать себе проектор, обязательно покупайте экран. Это намного лучше, чем просто на стену, там, не знаю, на обои, на потолок. Намного увеличивает качество. На этом все. Все ссылки под видео в описании. Всем пока-пока.